Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 5 класса из учебника «Коровиной». Раздел «Знакомимся с учебником». Второй вопрос. Прочитаем. Благодаря кому на Руси учительское книжное слово стало доступно широкому кругу читателей? Благодаря труду людей каких профессий рождается книга? Ответим на эти вопросы. Учительское книжное слово стало доступно в XVI веке широкому кругу читателей благодаря основателю книгопечатания в России Ивану Федорову. Федоров выпустил первую печатную книгу под названием «Апостол». Книга создается благодаря труду автора, работников типографии, корректоров, а также благодаря творческому чтению читателей книги. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!